После реконструкции, длившейся в течение 3 лет, открылся операционный блок отделения политравмы городской клинической больницы экстренной и скорой медицинской помощи. На открытии отделения побывала наша съемочная группа. Хотя ремонт шел 3 года и потребовал более 5 миллионов гривен, включая отделение на 70 коек, теперь больнице экстренной и скорой помощи есть чем гордиться. Операционный блок здесь один из лучших в городе. От пола до потолка применили самые современные материалы, поменяли коммуникации и поставили новое оборудование. Теперь здесь могут проводить полное эндопротезирование суставов. За неделю сделали уже 7 таких операций и малоинвазивные вмешательства. Мы используем тотальное эндопротезирование при травмах. То есть человек, когда попадает в лечебное учреждение с травмой, переломом шейки бедра, где очень плохое кровоснабжение, да, они не срастаются, эти переломы. И единственным методом лечения – это тотальное эндопротезирование. В этих условиях пациенты очень длительно ждут, потому что очередь на суставы. Мы же это делаем в острый период. Буквально в конце 2014 года мы смогли выделить средства, которые необходимы были для введения в эксплуатацию оперблока, то есть для приобретения собственного оборудования. Вот новых операционных столов, которые вы видите, значит, бестеневых современных ламп, вспомогательного оборудования и так далее, и так далее. Это был действительно очень серьезный, очень большой объект, как с точки зрения перечня и объема этих работ, которые было необходимо было выполнить, так и с точки зрения тех требований, которые выдвигались и нормативами, и эксплуатирующей организацией. Сейчас в очереди на плановое эндопротезирование стоят десятки человек. В этом отделении по городской бюджетной программе ставят протезы производства «Моторсич», ничуть не уступающие немецким аналогам. Все суставы, которые мы установили здесь, это по бюджетной программе, и это «Моторсич». Это наши суставы, которые выполняют на нашем заводе. Это нормальные, хорошие суставы, которые позволяют восстановить и функцию сустава, и быстро реабилитировать этих пациентов. В городе начинается эпоха вот нового эндопротезирования. Она знакова именно для 5-й больницы и для заведующего отделения, который все стремился к этому знаковому событию, и оно наконец-то наступило. Это прежде всего помощь пациентам, пожилым, пострадавшим с переломами шеек, бедра, ну и заболеваниями суставов. Сложно сказать, какое количество больных мы можем тут обслуживать, оперировать. То есть отказано никому не будет. Сейчас, когда на Востоке война, политравма – самое распространенное увечье. Высококвалифицированную помощь пострадавшие во время конфликта смогут получить в том числе в этом отделении, одним из самых востребованных в городе. Уверены, благодаря новому операционному блоку тысячи запорожцев смогут поправить свое здоровье.